Как отчаянно казаки воевали, так бесшабашно они отдыхали, гласит народная мудрость. В общем, дышали полной грудью. И в этом смысле казаки 21 века от своих разудалых предков стараются не отставать. Частушки на балачке, закатки из арбузов, хуторские пляски и кубанская уха. Пока гости праздника наслаждаются запахом кипящего бульона, в одном из куреней демонстрируют производство чистейшего натурпродукта – самогона по-казачьи. Мысли потом, говорят знатоки, становятся такими же прозрачными. Станица Полтавская в этом году стала центром казачьих гуляний. В один день здесь с размахом отметили сразу три праздника. 319 лет кубанскому казачьему войску, День кубанского казачества и, пожалуй, самая символичная дата – 25 лет возрождения кубанского казачества. Станица Полтавская была одним из самых крупных казачьих поселений. В 1932 году здесь насчитывалось 18 тысяч дворов. Но уже в 1933 она опустела. Почти все население депортировали в северные районы Советского Союза. Позднее станицу заселили лояльными советской власти красноармейцами. И только несколько семей из прежнего населения спустя много лет смогли вернуться домой. Атаманов, есаулов, урядников и кадетов. Всех казаков поздравить приехал губернатор. Когда слово взял Вениамин Кондратьев, по всему краю в казачьих отделах одновременно начались торжества. Есть старая казачья поговорка. Казак на службе горит, а без службы тухнет. Многие отмахивались и говорили, что настоящие казаки уже в безвозвратном прошлом. А нынешние – это так, фольклорная группа, ряженые. Вы верой и правдой послужили своему отечеству во время референдума в Крыму. Вы не словами, а делом вернули доверие людей, вернули доверие президента нашей страны. И теперь главное – это доверие оправдать. Казаки всегда выделялись своей преданностью родине и готовностью в любой момент встать на ее защиту. Но в 20 веке казачество не раз пытались утянуть в забвение. И сейчас те, кто носит красивую форму, должны следить за своим содержанием, дал наставление атаман кубанского казачьего войска. Одной красивой формой, папахой или фуражкой авторитет и уважение среди жителей не завоюешь. Завоевать это можно только делами конкретными. И мы эти дела с вами делаем на сегодня. Кроме Крыма, это еще и охрана порядка на Олимпиаде и Формуле-1. Маршем 1500 казаков и все гости прошагали в воссозданные курени. Яркий пример сохранения традиций. Главе региона показывают, как жили казаки на Кубани пару сотен лет назад, после того, как в 1792 году их запорожские предки высадились на Тамань. Казак, уходя в дальний поход, брал с собой часть свадебного рушника, которая оберегала и сохраняла его. Сохраняя традиции и ремесла, мы сохраняем не просто ремесло, конечно, мы сохраняем дух предков, мы сохраняем уклад, образ жизни, конечно, ценности. Это очень важно. Именно благодаря своим традициям казачество на Кубани, пожалуй, и не потеряло своей роли. Верьте сами в себя и не сходите этого пути, пути, заповеданного нашими предками. Они 250 лет шли по этой Кубани, создали ее красавиц. Примем от нее эстафету и передадим нашим детям, внукам, нашим потомкам. Кстати, потомки тех кубанских казаков сейчас живут по всему миру. За этим застольем в кубанской глубинке сразу и не разберешь дикованных гостей. В едином порыве праздника с кубанскими слились казаки чешские и даже американские. Александр Певнев уже полвека на Западе. Из Нью-Джерси следит за зарубежным кубанским казачеством. Казак, как выясняется, он и в Америке казак. Все одинаковые. Чем же вы отличаетесь от россиян? Нет. И мы же так. У нас даже свои улицы. Там, мне сказали, Ермака. Таких наших иностранных не одна казацкая сотня. И разорвать эту связь с Кубанью даже при нынешней геополитике Запада ни у кого не получится. Да никто и не даст, оживляются чешские казаки. У нас есть своя историческая земля. У нас есть свой язык, своя культура, своя вера.
Это народ. Значит, а что, как вы народ сломите-то? Если за историю казачества не сломили, и говорят уже 400 лет слово «казак» произносят, а как его можно сломить в современной вот этой вот нестабильности, в этом хаосе, неверии? Да, пожалуй, никак. И подтверждение тому сотни лет истории кубанского казачества, которое возродилось даже после советской политики расказачивания, когда в 30-е годы прошлого века из Краснодарского края репрессировали тысячи человек. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Красноармейский район.